Первым делом я сделал бы все, чтобы мои соседи ко мне относились с доверием. Мои соседи, самые близкие соседи. Я уже не говорю о том, что православная Грузия. Чтобы все относились ко мне с доверием. Не потому, что им деваться некуда, а реально, чтобы они, мои соседи, вот мои соседи. Это раз. Во-вторых, о чем я говорил, что это метастаза, которая называется коррупция. И дать ход и все полномочия тем чиновникам, которые не замечены в коррупции, а наоборот, на их примере просто их поощрят. И очень жестко, конечно же, отнестись к тем людям, которые мешают развитию страны. Я думаю, что они все знают. Все. Они все должны быть подчинены развитию страны. Не только своих карманов, своих счетов и так далее, а развитию страны. И чем больше ты отдаешь, это все тебе вернется по-любому. Но они хотят вот сейчас, вот сию минуту урвать, и остается вот окровавленная рана просто. Это уже длится очень долго. Вот это второе, то, что я, конечно же, очень жестко я с этим разобрался. Это я внутреннюю ситуацию. И вот, когда я говорю о наших соседях, это тоже внутренняя ситуация, потому что очень много представителей из этих стран в России живут, и благодаря России они кормят свою родню в своих республиках. И третье, конечно же, я в первую очередь за счет вот того, что прикрутить руки и аппетиты этим людям, я, конечно же, больше отдал бы счастье и воздуха, и радости пенсионерам и всем бюджетникам.